Герои нашего времени – те, кто сегодня отправляется в зону специальной военной операции. О важности миссии и истоках русско-украинского конфликта бойцам рассказали представители общества знания. Цель вот этих вот рейдов общества знания, конечно, состоит в том, чтобы еще раз вспомнить, расставить нужные акценты в том, что привело к сегодняшней ситуации. Для чего у нас необходимость возникла вот в такой жесткой сегодняшней ситуации, и ее причины мы должны понимать. Также военным будет предоставлена психологическая и благотворительная помощь. Комитет семьи и воинов Отечества объединяет усилия органов государственной власти, общественных объединений и частных лиц для поддержки солдат. Моральная, психологическая поддержка нужна ребятам. И, соответственно, мы хотим, чтобы ребята понимали, то, что они не одни, что помощь будет со всех сторон предоставлена и самим военнослужащим, и их семьям. Миссия каждого бойца трудна и опасна. Может возникнуть множество опасных и непредвиденных ситуаций. Своим опытом с военнослужащими поделились и ветераны боевых действий. Ведь они знают выход из многих сложных ситуаций, а также могут рассказать о текущих достижениях. Ну, по своему опыту скажу, для поднятия боевого духа нужны, конечно, победы. Вот буквально 12 числа мы были свидетелями того, как наши подразделения взяли город Солидар. И это имеет огромное значение в плане поднятия боевого духа. Поддержать военнослужащих приехали и артисты из рабочего поселка Теренга Ульяновской области. Патриотичные песни и стихи, а также исполнение композиций на народных инструментах впечатлили и воодушевили бойцов. Помогают участникам СВО не только словом, но и делом. Решить бытовые вопросы, пока мужская часть населения отстаивает интересы страны, семьи военнослужащих помогают волонтеры акции «Мы вместе». Юлия Руднева, Герман Баранов, Улправда ТВ.